President Vladimir Putin, I'm heartbroken and infuriated that Russell Texas Bentley's life ended at the hands of Russians. He did so much good for the people of Donbas. He loved Russia. When will his Russian killers be named and brought to justice? They are a disgrace. I spit on them. When will Russian news cover the story of his murder? I'm so disgusted that Russians murdered him, the very people that he loved and fought for. As a researcher who has studied you for 20 years, I've always sided with Russia knowing the truth about the war in Ukraine, but this is an outrage. Total silence from Russia when Russell died a martyr at the hands of his comrades is infuriating. I hope Russell's wife, Ludmila, is generously compensated. It won't make up for her loss, but she should be majorly compensated for Russians torturing and killing her husband. God bless Russell. He is sorely missed. Обращение, продолжение первого видеообращения, к сожалению, не менее тревожное, чем первое. Оно касается, опять же, одного человека, которого знают очень многие. Его зовут Рассел Конор Бентли, позывной Техас, который, как я говорил в первом видеообращении, был задержан представителями 5-й танковой в Петровском районе города Донецка 8 апреля. После этого этот человек исчез. По данным Следственного комитета, на что вы можете, ссылка на что идет видеообращение Людмилы Бентли, жены Рассела, о том, что Следственный комитет гражданский подтвердил о том, что были найдены останки человека, скорее всего, это был Рассел Бентли. При этом существует много свидетельств о том, когда видели, что возле магазина есть видеозапись, как его задерживали, кто его задерживал, куда его увозили. Об этом всем, чтобы я не повторялся, вы можете просмотреть видеообращение Людмилы Бентли по этому же вопросу. Почему мое видеообращение на самом деле очень тревожное? Потому что мы уже не знаем, к кому нам обращаться. В очередной раз я убеждаюсь, что никому этого ничего не надо, ни мы, ни ветераны, ни вообще того, что происходит там. Потому что других выводов я делать не могу, с учетом того, что знают, кто увез, убил человека жестоко, группой лиц, по преднамеренному сговору. И всем все равно. Поэтому мое видеообращение на данный момент, я обращаюсь к человеку, которого я на самом деле очень сильно уважаю, без резки сказано, есть за что, как говорится. И в очередной раз понимаю, что воюем мы, солдаты, и Путин. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, без лести сказано слово «уважаемый», я вас прошу отреагировать на то, что произошло. Произошел ужасный случай, символ свободы Донецкой Народной Республики. Рассел Бентли, Техас, человек, который сделал, я даже не знаю сколько, только на моих глазах за 9 лет знакомства, сделал для людей Донецкой Народной Республики, ставил жизнь свою на кон, рисковал ею и был убит людьми, за которых он когда-то приехал в 2014 году ставить свою жизнь на кон, разменяв свою жизнь. Ну и где же эта справедливость? Тоже в конце концов призовет к ответственности тех людей, которые, нося форму российского солдата и нося оружие в руках, позволяют себе убивать жестоко, с маниакальным садизмом людей. И не просто людей, а символ нашей народной Донецкой Республики. Дальше мои эмоции. Это даже не эмоции, я просто уже не знаю, что говорить дальше, кому говорить, на кого стучать. Очень прошу, отреагируйте. Пускай виновные получат законное наказание. Потому что если они законно не будут наказаны, то это говорит о том, что там можно делать все, что хочется для других. Так значит, и с ними можно поступить так же, как поступили они. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Уважаемый Владимир Владимирович, я вас очень прошу,
Пожалуйста, пускай справедливость восторжествует. С большим уважением. У меня все. Итак, моего хорошего друга и коллега Рассела Бентли, американского журналиста, убили на Донбассе. Это сейчас подтвердилось. У меня несколько деталей еще, так как я была очень... Ну, он был мне хорошим другом. Я на связи с его женой. Есть еще несколько деталей. Детали все очень... неприятные. Убили его, как вы уже знаете, наверное, не украинцы, а группа русских идиотов 5-й бригады. Его даже пытали, так как они думали, что с него можно получить какие-то деньги. Они не знали, что у него таких денег не было. Так что они его пытали электрошоками, и так как он уже немного пожилым был, его сердце это не выдержало. В основном виноваты двое людей, военные, наркоманы, и просто надеюсь, что их найдут и накажут. Потому что его гибель – это огромнейшие потери для всего общества моих коллег, журналистов, и огромнейшие потери для всего Донбасса. Он с 2014 года столько полезного, хорошего сделал для людей Донбасса. Вы, может, помните моего сюжета с ним, когда его сопровождала в... детский дом под Донецком. Он регулярно собирал гуманитарную помощь и помогал людям, детям. Я его очень много снимала для своих фильмов. Посмотрите это обязательно. Он очень-очень умным человеком был.